Правоохранительные органы дали возможность еще одному наркоману избавиться от пагубной привычки. В колонии строгого режима. Безработный 40-летний житель Заречного давно попал в поле зрения отдела по борьбе с наркотиками. У себя в квартире он изготавливал и употреблял так называемый дезаморфин. Не отказывал и другим, подсевшим на иглу. Во время попытки продажи порции самопального наркотика мужчина был задержан сотрудниками спецслужб. Доза, которую наркоман пытался продать, по закону считается крупной, поэтому на время проведения следствия мужчина был взят под стражу, а вскоре предстал перед судом. Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере – преступление серьезное, и наказание за это соответствующее. Признать Косогорова Артура Борисовича виновным в совершении преступления, предусмотренным частью 3 статьи 30 пунктом Б части 2 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступит в силу через 10 дней, если не будет обжалован в установленном законом порядке.